Что знаем про прямоугольник? Прямоугольник является параллелограммом, а значит, противоположные стороны параллельны и равны. Диагонали равны, точка пересечения делится пополам. Все углы 90 градусов. Надо иметь в виду, что диагонали в прямоугольнике не являются бисектрисами. Точка О делит диагонали пополам. Прямоугольник состоит из четырех равнобедренных треугольников, попарно равных. Удачи вам!